Что уже все и сразу. Песен еще не написаны. Сколько? Так, хочешь ли сюда? Вместе буду. Шаломчик, шаломчик, шаломчик. Мы сегодня пьем. Ну, конечно, я урод. Хорошо, что я не урод, как ты. Спасибо за это. Ну, ты сама сказала урод, ну, блядь, я что, тебя буду, что я тебя что буду здесь, ну, тебе как-то, ну, вас, ну, я тебе поняла. Мешать быть уродом? No. Всем привет, меня зовут Селена, это Эльмира, новый, 58-й по счету мой помощник, но пока что мы нормально заработались, у нас все нормально. Надеюсь, что я последний. Да. Что больше никого не будет. Хорошая подруга, это помощница. Больше подруга. Нет, я не путаю. Ну, как бы сегодня пихаю. Пока что подружка, да. Днем она помощник, вечером подруга. Так, привет, Сахалина, город Южно-Сахалинск. О, Южно-Сахалинск, класс. Привет. Привет. Кстати, ты откуда? С Камчатки? Да, с Камчатки. Ну, была на Южно. Прекрасная. Всем ты крутая, спасибо. Какая речь поставлена? Ребят, на самом деле речь поставлена. Это у меня поставлена речь на речь. Ребят, поставлена речь пришла не сразу. Я начала когда петь, я начала когда работать над произношением. Она у меня хорошо поставилась. Вот. Hi, greetings from Germany. Hello. Привет из Дагестана. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду Господу молиться, Его любить не перестану. И да-да-да-да-да-да-да. Где моя эта херня? Свет? Да. В сумке. Найти? Какой разобран у меня? Кто разобран? Свет. Не знаю. И по ночам мне снится вся красота, Малаша, что в Дагестане. Я буду Господу молиться, Его любить не перестану. Так, помощь зовут Эльмира. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Hello from Amsterdam. Amsterdam. Oh my god. Hello. Когда мы поедем в гости? Амстердам, когда поедем в гости к вам? Я такая, блин, мадам, я в Амстердам. Ну что, ребятки, давайте пофристайлим немножко. Я же фристайлю. Давайте, будем фристайлить. Сегодня у нас вечер фристайла. Ребятки, накидывайте свои фразы. Видите, пожалуйста, мне помощник. И по ночам... Wi-Fi, конечно же. А кто-то думала? Не пароль же, естественно. Естественно. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду Господу молиться, Его любить не перестану. И мама чилит дети из дагестанского народа, народа. Сегодня была в школе диджейнка, и мне сказали, что у меня идеальный слух. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что имейте в виду, что у меня идеальный слух. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я просто, знаешь, блещу такая. Пожалуйста. Так, ну ладно, давайте мы зачитаем какой-нибудь минус. Я прочитаю какую-нибудь ситуацию. Зачитаем, да, фристайл. Бит. Бит для фристайла. Сейчас будет эве. Включите, она включит. Да? Алиса, включи бит для фристайла. Нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей. Включаю бит с умной, только жирные биты. Йоу, she doesn't do in the house.
Сленси, прибавляй громче! Ой, Сленси, кто-то, Алиса. Алиса, сделай громче на два. Я пришла к помощнице Эльмире. У нее сидим мы в квартире. Пьем немножечко мы винчик. И смотрим мы кинчик. Я такая немножко набухалась. И о своих проблемах Эльмире я призналась. Рассказала о том, как бывшего я вчера послала нахуй. Ну, короче, бывший мой, не психуй. Я тебя послала вчера нахуй. А потом сказала отлизать мою пизду. Вочи-ганаду. Ну, короче, он немножечко охуел. И к своим друзьям на душу залетел. И, в общем, он там убился. Какой-то хуйней в нос он долбился. Ну, короче, я Эльмире рассказала, как его вчера я размазала. Ну, и он мне позвонил. Он позвонил, ну надо же, дебил. На три буквы я его послала. Я ему все рассказала. Разложила я ему по деталям, как ебал он разом без меня там краль, блять. Ну короче, он пошел нахуй. Я взяла другому, позвонила и сказала: эй, пацаны, я же Ума Турман, давайте убьем Билла. Никаких проблем. Я не люблю дилем. Я лучше поеду к подружке и выпью винчика, а с ней я кружку. Мы сидим и рэпчик читаем. Мы никого вокруг не замечаем. Вот такая вот херня. Ля-ля-ля. Рау! Рау! Ребят, это было очень круто. Первая селена, ну что еще, какого хрена, модные очки, питаюсь без глютена, таких как ты я ем на завтрак, кружу к обеду, сажу свое авто и еду, я не феминистка, я рядом буллером набрали, просто наплевать на общепринятые правила, такое сделали меня мои мужчины. Мои мужчины. Все под контролем, музик, певицы. Для меня скандал, повод взбодриться. Ну, короче, Москва не Сочи. Мой бывший сидит и дрочит. Плачет. По ноздрям он мне хуячит. Ну, короче, потерялся по жизни этот мальчик, он же неудачник. Ты тусуй со своими друзьями, со своими бомжами, уёбками, пацанами. Ты будешь там сидеть в квартире, как на самом засранном сортире. Ты мне больше не дозвонишься. Ты, короче, блять, все. Красотка, блять, браво! Откуда эти текста? Это я на ходу сочиняю. Она просто это придумывает с головы. Я с головы придумываю. Да, она всех разъебет на батле, вот так вот просто. Да, я еще не разъебу, нет, мне еще мало. Ну, короче, сидим на кухне, и девчонки мы конкретные. Мы сошлись с ней по чистоте, как волк конгерентные, не конгерентные. Ты знаешь, что такое физика? Ну да, ну, конечно. Блядь, хорошо. Вот это пиздец. Но мало ты понимаешь, что конкурентная волна, мне кажется. Это было очень-очень круто. Я сижу и читаю по Ютубу. Все говорят, кто это такая. Девочка, надутые губы, а я такая, Селена, меня зовут не Люба. Я сижу в инсте, а вообще-то не в Ютубе. Короче, немножко не идет рифма сейчас. Ну так. Надо поменять вид, наверное, да? Нет, не поменять вид. Сейчас мне просто нужно прочитать. Надо просто мне немножко
Мне нужно немножко потренироваться, чтобы в этом бить, если ко мне разобраться. Гоня, блядь, мне нужно немножко потренироваться, чтобы в этом бить, да, блядь. Мне нужно немножко потренироваться, чтобы в этом бите разогнаться, чтобы мне обо всем признаться и нормально, блядь, прочитать здесь все. Селена, что там по членам? Продолжай, если жирный. А, блядь. Что там, Селена, спросили про члены. Ты продолжаешь? Блядь, меня спросили, Селена, что по членам? Ты продолжаешь жить жирные эклеры? А я, короче, вам скажу, да, я сижу и эклеры жру. Я люблю эти эклеры, как же люблю я жирные члены. Когда маленький у пацана член, значит, у него... Да хуя проблем! Йоу, да хуя проблем, если у пацана маленький член. Эй! Маленький член, это значит очень много проблем. 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 Вот, короче, мне подруга подсказала, я взяла и просто зачитала. Она сказала, что много проблем у тех пацанов, у которых маленький член. Молодец, ты моя подруга. У тебя попа упругая. Я не знала, что еще сказать. Блять. У тебя талант. У меня талант, да, я атлант. Я сочиняю на ходу. Угу. Я придумаю рифмы на... Блять. Придумаю рифмы на лету. Да-да. Да-да-да. Я считаю, что вы все там должны поплодить. Да, ну... Это просто охеренно. Нет, это здорово, что ты подсказываешь мне на ходу. Но я тренирую. Мне кажется, на из МСИ бы, ну, постоянно в сторонке такой. Сидим у подруги на хате. У нее на стене кирпичи. Она говорит, Селена, хватит. Ну давай по-бывшему уже не кричи. Ты уже давай успокойся. И в себя, Селеночка, приди. Иди, пойди умойся. Ну короче, ты себя береги. Я сижу и сильно плачу. У нее на кухне винчик хуячу. Я ей говорю, ну поехали на дачу. Он там по-любому будет. Нет, Селена, мы не поедем на дачу. Ты его, блядь, забудь. Для него ты ничего не значишь. У него давно высранный путь. Я такая, нет, поехали к нему. По нему страдает мое сердечко. Эй, Селена, ты кто? Волчица или, сука, овечка? Вот так мне сказала моя подруга. Она сказала, он пускает всех шлюх по кругу. Давай уже по нему не парься. Он тупой парень, блядь. Короче, ребят, это не заготовленные текста. Это вот только что я... Это просто фристайл. Это просто фристайл, да. Если вам понравился мой фристайл, ставьте лайк. И донатьте на карту. Интернете на карту, которой здесь нету. Я продиктую. Диктую карту быстро. О, мои уши, иди нахуй, блядь, послушай. Твои уши я вертела на хую. На том хую твои уши я нихуя не берегу. Мне на них так-то посрать. И это очень-очень посрать. Это подтвердит тоже моя мать. Вот. Дальше. Накидывайся. Мои уши. По-любому сейчас это в YouTube еще. Тебе только в комедиях сниматься. Ну, хоть кому-то где-то сниматься. Я предпочитаю порно. Моя ты моя. Выпьем. Весело, задорно,
Порно, порно, весело, задорно его смотреть, очень-очень орно. Порно, порно, весело, задорно. Он достает свой ствол и намазывает на него смазку, а я такая стою в трусиках и водолазке. Я смотрю на него, я смотрю и скажу: ого, какой у него большой ствол. И я потекла на полу, большая лужа. Я говорю: может быть, не надо, ты же простужен. А его это не смущает, его грипп меня восхищает. Меня восхищает. Он сказал: апчи. Я ему сказала: ну давай драчи. В ночи драчи. Патки. Сука, рука. Это фристайл, мазафака. Мазафака. А ты меня в тракторе. Па-па-лям, едет синий трактор к нам. Трактор к нам. Он меня там отымел. Он во все щели меня там имел. Па-па-лям, па-па-лям. Это просто представил, если что. Ехал синий трактор к нам. Yeah. Женщина, которая писала про уши. О, oh, yeah. Я сказала там на его уе. На его уе. Па-па-лям. Дай мне просто 300. Я отсосу у этого тракториста. Па-па-лям. Я в синий трактор к нам. Я полюбила там тракториста. Он на лапу дал мне 300 рублей. Эй, давай налей. Давай, мальчик, не на мне. Налей. Дома, блядь. Какой-то странный бит. Ну ладно. Сразу видно, не Селена делала, а ты. За спиной стена белая, а я такая под вином смелая. Я думала, по 500 будет больше. Ну, время полвторого ночи. Полвторого. Завтра рабочий день. Слушай, ну не хочется, не хочешь, не сиди, раз тебе здесь мало подписок. Иди нахуй тогда. Пришла она. Ты для меня пришла или для подписчиков? Сидит она тут, высматривает, блядь. Я обожала, блядь. Сидит она, блядь, там высматривает. Высматривает, блядь. Какие, сколько я подписчиков, считай. У меня вообще непонятно, блядь. Пиздец, блядь. Зачем пришла? Что хотела, блядь? Что он, хотел? Блядь. Кто ты, существо? Скажи мне, какого ты пола, блядь. Иди сама нахуй. Я с удовольствием, если хороший и без ЗПП. На жирненький, с удовольствием прокачиваюсь. Как раз-таки свободная женщина может позволить. Короче, я могу позволить себе сходить нахуй. Так что, девочка, не плакай. Главное, чтобы он был без ЗПП и приносил домой свою большую ЗПМ.
чтобы он меня содержал, чтобы он меня не ебал в анал, чтобы он мне всегда давал нал. Вот я хочу такой, блядь, финал. Эскорт в Москве ценится. Ценится. Приезжай с деревни, узнаешь. Продам. Недорого. Сидят истинные фанаты в курсе, которые сидят и какую-то херню пишут. Да. Просто они больше всего тебя любят. Это на самом деле. Я знаю. Причем эскорт в Москве ценится, не ценится. Я откуда, я знаю, я вообще не эскортница. Я только по любви, по симпатии. Я по симпатии и за деньги только. За деньги, да. Эскортница, они же без любви, а я, понимаете, я по любви и за деньги. Я люблю два в одном. Я как шампунь в Hell and Shoulders, три в одном. Алиса, включи дальше. Алиса, включи хороший бит. Алиса, включи бит для фристайла. Нашла что-то подходящее. На номер два была скромная. Я скромная на номер два была. Это точно я была на номер два? Мне с кем не путается, алло. Я не знаю. Мне понравился, короче, эфир. Я точно помню, у тебя там были, короче, то ли кожаные лосины, то ли кожаные штаны. У вас там, короче, возле бассейна какая-то херня была. И, короче, ты была без футболки, и у тебя была просто охуевшая жопа в этих лосинах, блядь. Я не помню, что была за ситуация, но я просто помню эту жопу просто. Это было очень круто. Лучше. А, это где я танцевала, наверное. Да, наверное. Но это было просто вау. По-моему, спасибо. И тебе ты уже, по-моему, были. Миньет сколько? Я откуда знаю, сука, миньет? Слушай, ну ты сам себе можешь бесплатно пососать, почему ты спрашиваешь? Да нет, у меня страшно, хочет, я ему отсосала. Что ли? Ну хоть посмотри, кто. Ой, блядь, Роналду, блядь, поставила себе на аватарку, думала, я клюну, блядь. Если бы ты настоящий был бы Роналду, блядь, я бы просто так у себя отсосал. Но в итоге ты не Роналда. У тебя, наверное, маленький член. А когда маленький член, ну скажи, подруга, очень много проблем. Я люблю сосать у симпатичных, у нормальных, красивых и приличных. Но ты же, сука, не такой. Так что нахуй посылаю тебя я ногой. Почекай на ту. Это пиздец. Дилек по спину тебя должна с кем походить. Кстати, завтра должен быть, ладно. А где? Это я должанский, что ли, блядь? Я с ней 24 на 7, алло. Должанский, блядь. Да, может, ты реально должанский. Может, ты наш земли, блядь. Я все блядь. И у меня тогда получается тоже. Я красивый. Я красивый, пиши фотографии, смотрите, какие кахотал. Красивый? Я что-то сомневаюсь в этом. Сразу говорю, лысых не люблю. Ты можешь быть седым, но не лысым. Ну и что, мне с краем нравится дружить. Мне нравится Должанский, как человек, как друг. Я Криштиана наверное. Ой, блядь! Я знаю только одного Криштиану Роналду. Ага. И это был... Алиса, сделай, пожалуйста, на два меньше. Я знаю только одного Криштиану Роналду, который похож на Криштиану Роналду, который ведется как Криштиану Роналду, только он русский. И он брат моего бывшего. Который похож на Люцифера, блядь, из игры нахуй. Клуб романтики. А ты вряд ли такой, блядь. Ты либо, короче, красивый, но долбоёб, либо это, потому что я знаю очень мало реально красивых и умных и пиздатых мужиков. Нет, очень если мало. Бы он был красивый, у него бы его фотка стояла. Конечно. Не, хотя вот у брата моего бывшего
у него вообще нет фотографий, потому что он кавказец, у них нет фотографий, но он, блядь, пиздец какой красивый, вот прям вот пиздец, вот прям реально пиздец красивый, блядь, мало того, что красивый, блядь, просто, ну, как бы генетика, там у них все хорошо, а то есть прям мальчики такие, симпатяшки. Понятно? Да, и они, они... есть охуенные. Есть красивые, охуенные кавказцы. Блядь, ты не мужик. А, красивые, охуенные кавказцы и очень умные. Очень, но это редкость. Редкий случай, очень редкий. Поэтому я думаю, что ты в этот процент даже не вписался. Извини. Извини. Я хочу извиниться. Как я извиняться собираюсь? Вино есть еще? Нет. Заебись. Купили мы с тобой вина. Слушай, ну мы почему-то решили, что нам одной бутылки хватит. Какое молоко хуярит, блядь? Что за бутылка? Оно лактозное, тебе только нельзя. Ну нельзя. Ты не планируешь. У меня метеоризм сразу. Блядь! Что? Просто Селена, которая вообще все рассказывает подписчикам, блядь, никаких тайн вообще. А что, мне нельзя пить молоко. Да, я сейчас пердеть, нахуй. Начинаю пердеть от молока, от сахара и от хлеба. Я начинаю реально пердеть. У меня реально просто как сижу, блядь, пержу. Сижу, пержу. Смотрю на вашу сцену эстрадную, знаете что, меня так все радует, правда. Я реально, она стояла, блядь, давала эфир, давала интервью, и как пернула, блядь. Я такая думаю, пиздец, блядь. Хорошо, что никто не услышал. Я пержу, да, ну, я... Но я не пержу, когда, ну, как бы, ну, я не пержу, когда, ну, короче... Не всегда не удается не пердеть, понимаете? Но не всегда не удается жать вот эту вот куриную эту жопу, блядь, чтобы не прорвалось там воздух. Держим углу. Да, ну вот, к сожалению, вот бывают такие ситуации, когда, ну да, вот, ну, да. Вот у человека такой организм, когда накапливаются избыточные газы, чтобы, блядь, не взорваться нахуй, приходится пердеть жопой. И хорошо, что мы это делаем через рот. Ну хотя, в принципе, отрыжка же тоже пердешь. Только через рот. Ну, получается, да. Ну. И блевотина это как посрала через рот. Зая, ну да, только это не доваренное, а это переваренное. Ну да. Давно дружите? Нет. Сижу, смотрю, помню, как ты плясала пьяно на столе, потом в толчке с бутылкой пива фоткалась. Когда это было? Я не помню уже, я где только не это. Так, помню, как ты плясала пьяно на столе. Ну, я могу, да. А и что, это плохо? Нет, мне норм. Это классно. Ну, это прикольно, да. Ну, это жизнь одна. Это было круто, я согласна. В каком году ты была, на думе, в 2020 году? До сих пор, блядь, забыть не могут люди. Очень, потому что любят. Сай, да, я еще, знаешь, я давно, конечно, не выходила, на самом деле, в эфиры, а сейчас начала выходить. Ребятки, ну, на самом деле, все впереди, меня зовут на проект как-то. Я не переживу, блядь, если ты уйдешь туда. Хочешь, чтобы пошла на проект? Я пойду. Хочешь, пойду. Иди. Хорошо, я буду каждый день тебе звонить и говорить, Селена, возвращайся, я не могу, мне скучно, я умираю. Что, у меня умер отец, пошла помогать родителям, но я не вернусь в проект, потому что у меня, во-первых, ребенок, во-вторых, ну, я не смогу на проекте без ребенка, мне нужно будет отдельная комната сразу, мне нужно будет какие-то отношения, например.